Всем привет! Делаем глушак у Ромы опять. Все, идем к Роме. Ром, я забыл, что ты просил. А, инструменты. Подожди, я тебе камеру и несу. А я только камеру взял. Все, я за инструментами пошел. Иду за инструментами. На, возьми камеру, покажи, что там снизу. Ну просто возьми. Да, не залезь, что ты. Да я не полезу. А, ну тут ничего страшного. Так, давай свети. Что у тебя здесь? Блин, ключи. Глушак, где у нас оторвался? Вот глушак оторвался, да? Да. Ой, тут привариться не к чему даже, если так. Так, ладно, глушак оторвался. Чё, смотри, чё? Как получается здесь. Ну-ка, дай-ка. Чё вот у тебя эта здесь? Штука будет, смотри, здесь, у тебя вот здесь допустим. Течет. Вот, я тебе говорю. Это с коробки, да? Да нет. А, это рейка рулевая. Это рулевая херня. Рулевая рейка. Да и хрен с ним, он, пускай что там всю жизнь может течь. Да ну чуть-чуть. Вот с коробки тоже сыт чуть-чуть. Да это не коробка может. А кто? Это пыль? Это может сверху с этого течь. С головки. А, ну, у тебя с головки еще? Да. Ну и долгая защита. Ну это все, фига защита вообще. Смотри, и пробка. Удобненько. О. А это сливная пробка, да? Вообще. А ты менял хоть раз масло? Да. Знаешь, как удобно, оно здесь в конце и сливается. Ну да, 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 хорошо. Вот это хорошо сделано. Этот я поменял. Да и фиг с ним, ничего не меняй, пускай все ссыт. А что такое ты вот это тут? Смотри, первый раз вижу. Чего? Вот это вот. Вот это? Да. Это рычаг коробки. Это рычаг коробки такой? Ну, скорость переключения. Да? Да? Ну, вот идет ему в коробку. А-а-а, ничего себе. А я не видел просто, ну, не знаю. Первый раз вижу. Здесь как-то фиговенько. Ты сейчас что хочешь делать? Вот как глушок? Вот эти открутить, вот это все обрезать. Тебе ВДшку надо? Получается, ничего не надо, здесь все нормально. Вот это переставить сюда, а вот это здесь будет. Понял? Вот эта штука-то там, которая. Ну? Она вот здесь. Так. Значит, это у нас переставится сюда. Ты ее хочешь резать и варить? Катализатор к этой приваришь. А ты ее убери вообще. Кого? Вот эту штуку. Там другая, новая, на глушаке. А, там новая, да? Резинка, кстати, нужна новая. Почему? Все порвалось. Рваная, да? Практически. Не совсем, конечно. Ну, пока походит еще. Походит. Пару лет. Ну, ну давай, делай тогда. Я не глушитель, надо варить. Эксперт. Где две части? Из болтов нету. Нахуй, какие прокладки, нахуй не нужны. Ну да, сейчас все сделаем. Целиком его весь. Как раз. Что он прогорит, блядь, через 100 тысяч. Как говорится, не понимаешь. Что, можно там обрезать и заварить прям? А, да? Че? Может, там прям заварить, ну? Конечно. Без прокладок? Да. Просто заварил и все. Мы же варить умеем. Мы варим. Трубы варили нормально. Ты ВДшку не брал, да? ВДшку я тебя не брал. У меня своя есть. А, это своя? Купец, принеси ВДшку. Че я скажу? Андрюх! Подожди, что-то сыпется, блин. Это я что? Вон ты головой не чиркай, там песок же. Ну где ты ездишь-то? Где? С тобой ездим, где? Светец. Давай, крути. Андрюх, дай ВДшку. Блин, я пойду схожу, его зачем? Не дождешься. А он жарит шашлыку? Да ничего не жарит. Андрюха! Да я пожарю. Блин. Аккуратней. Спасибо. Ром, я принес тебе высококачественный растворитель ржавчины. Держи. ВДшка. Так, ну что тут у нас? Глушак устанавливаешь? Это ты открутил, да? Да. ВДшка помогла? Я вниз, да. Ладно. Все, теперь какие дальше наши действия? Надо это. Чего, глушак тебе подать? Сварочник. Сварочник есть. А, глушак, да. Подмерим. Андрюх, подавай глушак. Так, понял. О, глушак. Блин, вот эту хуйню отсюда. Пшикни сюда. Я сам. Пшикни. Ну, это смазка, кстати, дорогая очень. Ну, понятно. Я покупал, но дорого. Я понял. Ну, помнишь, да, в этом? В автопаскаре. Ща, подожди, Андрюх. Ну, видишь, какая хорошая? Да. Ты, блядь, наоборот, как даешь. Глушак уже ржавый. Новый. Уже ржавый, новый. Два дня полежал.
не под дождем. А Андрюх. Какая разница? Вонючий. Не, он интересный такой, Андрюх, да? Какая разница? Ну, УАЗик такой же глушительный купил. Ну, другая приварила, другое к раме вообще там похрен нафиг куда. И повесил, все. Да иди ты нафиг. Ну, давай, давай, да-да. Надо, короче, трубу ты сейчас будешь варить или что? А, чтобы подмерить, сколько надо. Сначала. Давайте родной глушитель. Родной глушитель, Тём. Родной глушитель, если бы мы взяли, когда мы его потеряли, а, надо было один сварочный шов. А это не родной сейчас, не родной? Это родной, но надо вот теперь несколько раз стыковать. Да, а тот, если бы мы взяли в лесу, просто мы один шов заварили и все. Я знаю. Я сказал, но... езжай. Нет, он захотел новый. Я хочу новый, чтобы заржавел, сгнил, но потом поставили это. Ну смотри, почти поставили. Где труба, которую мы взяли? Давай трубу, Андрюх. Где она? Вот тут она лежит. Давай трубу, которую мы взяли. А где взять? А, все, нашел. Ее можно просто превратить, она, по-моему, такая же, да, хомут? Она такая же. Хомут, специальная. Вот она, специальная. Специальная. Ну это да, это конечный хомут. А, не, меньше. Меньше, конечно. Меньше, да? Нет, труба такая же. Это подходит. А, ну чуть меньше. Не подходит ничего. Ой. Сейчас идем сваривать глушитель. Вот очки, вот очки, вот очки, вот очки, вот очки. Коляска, не орите, пожалуйста, ладно? Ро, ты машину поцарапал, прикинь? Смотри, как машину продрал. Просто продрал. Не дал черта? Это ты продрал? Да? Да, только что. Бля. Ты что, блин, Ром, делаешь-то? Все равно красит. Смотрите, катализатор, вот у машины пробег, это, блядь, ну, не то, что там матом, ну, просто, смотрите, катализатор, просто, возьмите любую, Kia Rio, Hyundai Solaris, вы катализатор вырежете сразу вырезают с завода, да. Здесь пробег, смотри, все соты целые, вообще все соты целые, представляешь? Это просто. Не, ну да? Ну скажи. Да, скажу. Действительно так, на все i30, там, Solaris, ну, лучше вырезать, ну, обманка, пламгаситель. Ну да, все. Больше говори. Все. Говори еще. Стало... Не, надо вырезать изначально с завода. Мне кажется, болгарка неправильно пилит. Да, не туда крутится. Искр на тебя должна лететь. Искр на тебя, она должна лететь. Грузь не в ту сторону. Ручку поменяй. Да. И переверни что? Болгарку. Да. Ручку поменяй. Блёд. Ты чё, так не пилю. Я так и не пилю. А я не пойму, почему она у меня улетает из рук. Кошмар. Чуть, чуть не загубил себе. Папа так пилил. Папа. Папа. Папа, сразу папа. Сразу папа, а, папа. А то он и папа, он так и так пилит. Ой. На то он и папа. Что можно пилить? В другую сторону. Да. Да, шутки, ну шутки. Шутки. А ему неудобно? Есть шутки. Да. Как пилить вот так вот, блядь? Давай скорее пили. Я так пилю сюда. Давай режь. У нас моль есть. Моль есть. Моль. Моль? Моль. Что моль? Смотри, моль. 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 Ну это за... Вот моль съела. За зиму. За зиму. Окна закрыл. Моль еле выжила. Ты идешь жарить или нет? Да, я иду жарить. Не, я буду глушитель ставить или что? Я буду варить все? Ну ты что, блядь, мой этот забираешь? Тихо. А. Чего твой этот? Шашлык? Прожектор. А, прожектор? Это мой прожектор. Ну, Ром, болгарку включи вот так, конечно, обточи рукой. Болгарку-то включи. Конечно, давай мы уйдем из гаража и точи. Да что ты, ну? Пойдем. Давай напьем, держите, блядь. А, давай напьем. Ну ты что, это маленький, да, убери его. Так ты, блядь, так и принёс. Как, вон там-то большие, нет? Нет больших там. Вот это надо сама. Тройкой. Давай этим попробуем, а потом вот. Большие. А, вот, нормально. Вот. Хуй ты взял ты единичку. Вот такой надо, блядь. Конечно. Иди нахуй, блядь. Единичку вот. Взял, блядь. Стоп.
А, то нормально. Ты нахуй ты в том же месте варил. Убери руку. Убери. Убери, говорю. Убери! Не трогай ничего. Дай глаза открою, блядь. Не надо. Сука, она ровно стоит, она сдвинулась. А, давай. Бля, посмотри. Да, посмотри, посмотри. Не, хотя нормально. Как через дырку было, я просто... О, все. Ровно, да? Обваривай, да. Не, просто все, обварю, точку, да. С той стороны надо, с точку. Ней вниз и пошел. Нет, перекрути. Перекрутить точку там поставить. Ну переверни. А, нормально. Вот. Все, о, нормально, нормально, все. Давай. Вари. Ну, поменьше. Току, конечно. Ром, это... Сколько там, ты помнишь? Да. Ну не вари ты, блядь, тогда, блядь. Да, да, меняю. Подожди, блядь. А что, все нормально? Блядь, сколько, да, все нормально. 8. Ничего не надо. Сделаем ему 8. О, 90. У него было что? О, все нормально. Я смотрю. Давайте 2 минуты я заварю. Ну что, липнет все нахуй. Давай. 2 минуты что? Заварю. Пока сыну. Ну, для первый раз нормально? Нормально. Чтобы сам... Бля, не отбивай, блядь. Вонят же нахуй. Кого? Я приварил, проблем нет. Держи, Андрюх. Куда приварить надо? Да-да-да! Где нахуй масса, блядь? Да какое здесь ты что? Вот здесь что за вот это говно пережимаешь? Что это такое, блядь, вообще? Бля, тут оторвалось все. Я хуеваю, блядь. С, блядь, электрики хуево, блядь. Не, да, да, не, да, да, сука, всё, блядь. Хватит, да не отрывать. Пойдем, не... пойдем. Пивка попьем, пойдем. А он пускай делает. Канцелярский нож. Ребят, у нас пока плановый перекурчик. У нас небольшие неполадки в сварке, оказывается. Блядь. Ты там подобьешь. Возьми топорик и там подобьешь. Я сразу подобью и проверю. Все нормально. Все нормально. Все нормально. Нормально. Что, правда? Да. Долго. Что, подходит? Так, 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 все, не вылази! Да не вылази никуда! Да ёбнуть, давай, блядь, варить нахуй пивка, мы тоже нихуя не... Да, ёбнуть, тоже, давай, у тебя пиво есть, давай пивка хоть. Ты, блядь, куски, это откуда такие куски, нахуй, ебать, с ладонь, нахуй, мясо, блядь. Ага. Я тут солил. Пиздец. Здоровый, это ебать. Я делал. Там даже не с ладони. С ладонь длиной, а толщиной. Видел? Свою руку, нахуй, маленькую вот эту. Не знаю, Кристина сказала, заебись. А их резать, нахуй, на 3 части, кажется, кусок. Все, надо. Заварил. А, все, заеби. Давай дальше, что варить, а? Ром. Ром, давай дальше, дальше, следующую часть. Меряем и режем. Меряем, режем что? 37 сантиметров. 30 сантиметров от... 37. Отсюда. Да. 37. И пилим болгаркой. Да. Все. Не отсюда, а вон от того, как... А, отверху. Так, где наш незаменимый инструмент? Пожалуйста. Сварочная работа. Любые жители. Дорого. Вообще. Долго. Но... Ненадолго. Но честно. Да, но честно. Дорого, долго. Зато честно. Да. Тут все правильно, вот нечего. 37, да? Мы твой возьмем еще. Резинка. Вот это ровно, да? Так. Только болты как, вот горизонталь, вот вертикаль? Надо подочистить немножко. Ну, болгар включи и сам обточи.
О, все вставил. Ну, вообще ровно. Обалденно. А, сюда, Артем. А где маска? Маска, давай. Дымит. Опа. Конец. Захуярит много. Надо это убавить. Нормально, сейчас дай ему. Прихватит ты, господи. Че он там прожгешь, что ли, блядь, ее? Там фланец, нахуй. Толщиной, блядь, 5 миллиметров. Ладно. Да я посмотрю, блядь. Сместилось. Прожог, уже. Нахуй. Может, пивка попьем? Все окей, вырубай. Отлично. Давай соединяем глушитель, да? Крутишь. Сколько раз-то? Чего? Первый раз мой. Ты лучший сварочник. Сварочник. Сварист. Просто вот все. Я лучший сварочник в мире. Все. В мире. В мире. Нет, дурак тоже. Ну да, такой же сварщик. Все, давай, Ром, ставь. Все, наконец-то. Давай. Намазал герметик. С двух сторон? Да. И что, и просто прикручиваешь? Ну да. Так, что это герметик дает? Герметичность. Герметичность. До устрачки? Да. Так, мы это место будем красить? Можно это и покрасить. Покрасить любой краской можно покрасить. Ага, как соляра, да? Ох. Точно, здесь же она близко к этому. Вот, блин, вот этот бы как раз узел бы и покрасить бы, да? Ну ладно. Блять. Вот осталось закрутить. Болты. Все, закрутил, глушак поставил, на резинке одел везде. Все хорошо приварили, рассчитали, все нормально. Ну что, ты что сделал? Резинки одел, да. Резинки одел. Давай, первый пуск, пробуем, как это, орет, не орет машина. Заводи. Опачки. Опачки, все четко, все гладко. Смотри, как грамотный глушак, да? Это болгаркой пилили, отрезали, а все грамотно торчит, да? Не, правильно, я же поменял. Вообще. 30 сантиметров. Ну да, молодец, нормально вообще. Ну, прям как надо. Прям как надо. Конечно. Вообще нормально. Ну, хорошо встал. Да. И по резинкам, да? Смотри, вообще тишина. А здесь? И здесь тишина. Просто тихо работает. Не, самое главное, а кто варил-то? Тишина. Это не важно. Самое главное, тишина. Тишина принадлежит мне. А, посмотри, что там висит? Да, посмотри. Может, где-то строчит там, блин. Да нет, она бы слышалась уже, урчание. Все тихо. Не, не может нигде. Громкого звука нету. Не, не, не сопит. Нет? Нет. Ты вокруг обхватил? Да. А, ну все. Ну и все, отлично. Два сварных шва. Отлично. А у нас тем временем... Все, все, машина тихо работает. У нас тем временем готовится шашлычок. Шашлычок. Только поставили. Смотрите. Опачки. Можно перевернуть. Что-то мы запустили. Ну, чуть-чуть с глушаком. Ну, нормально. Будет все вкусно, все равно ж. Шашлычки готовы. Готовы. Глушак сделан. Рома доволен. Мы довольны. Сейчас поедим шашлычок. Лучок. Ну все, давайте. Всем пока-пока.